Всем привет, меня зовут Герасимов Никита, это канал Oil Times TV Института нефти и газа. Мы продолжаем наш цикл репортажей о подготовке к шоу-конкурсу «Прошу слово» Института нефти и газа. И пришло время посмотреть на результаты ребят. Привет, Гурбан. Разговариваем с тобой уже второй раз, ведь сегодня снова была редактура. Ну, расскажи, что изменилось в номерах ребят. Ну, ребята учли свои ошибки, которые мы показали или сказали. Сразу видно, что они стали более увереннее и смелее выходить на сцену. Сделали свои номера еще круче, добавили туда очень много крутых фишек. Мне кажется, пройдет очень все круто. И я надеюсь, что после сегодняшнего дня на следующей редактуре ребята будут настолько уверены и настолько красиво покажут свои номера, что мы будем радоваться и не скажем ни одной ошибки. Гурбан, а если сравнивать прошлогодние номера с нынешними, есть ли разница в уровне? На самом деле разницы большой нету. В прошлый раз были очень много было танцев, было один КВН, и в этот раз, мне кажется, та же самая эстрадита соблюдается. Опять же, один КВН и очень много танцев. Есть живая музыка, и это очень прикольно, потому что у нас еще такого не было. Ну что ж, большое спасибо, Гурбан. Удачи, иди редактируй. Это был Дадашов Гурбан, редактор шоу-конкурса «Прошу слово» Института нефти и газа. I'm just busy dancing. I'm just busy dancing. Ну а сейчас пришло время познакомиться с группой ГБ-1501Б. А чем вы собираетесь нас удивлять на «Прошу слово»? Что вы готовите? Ну, во-первых, это секрет. Посередине у нас тоже секрет. И в конце, угадайте, тоже секрет. Хотя я шучу. У нас будет зажигательный хип-хоп танец, в котором будут показывать ребята свою душу в танце. Ну что ж, большое спасибо. Удачи вам показать секрет, еще раз секрет, еще раз секрет. Всего хорошего, репетируйте. Привет, Ярослава. Ну, расскажи, ты проучилась в институте уже почти месяц. Какое у тебя впечатление сложилось о нем? Впечатление такое, что институт достаточно молодой, 5 лет, но он настолько активно развивается, и он настолько походит на европейский институт. Это приятно радует, на самом деле, потому что масштабы института, сами студенты, ну, ведут себя очень культурно, если честно, потому что в некоторых институтах все-таки студенты не соответствуют уровню, а институт на уровне, можно так сказать. Очень хорошее впечатление. Ну что ж, на сегодня это все. С вами был я, Герасимов Никита, оператор Кулижников Кирилл. Мы познакомились с группой ГБ-1501Б. Увидимся завтра!